Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фрейда Висплея, мы продолжаем играть в игру под названием «Петля времени». В предыдущей серии мы сходили в электро... как это назвать? Электростанцию. О. Открыли две двери, ну, подали питание, чтоб там найти какой-то пароль, соответственно, голосовой, я так понимаю. И сейчас мы пойдем на склад Фристоп, там есть дверь. С краю одна. Мы сейчас за нее зайдем, посмотрим, что там интересного. Возможно, какое-нибудь оружие даже будет необычное, потому что в первой двери у нас был пулемет. Так, что мы еще сделали в прошлой серии? Взломали, да, нашли какую-то ерундень. А, ракету. Ракетолет нашли. И на нем мы полетим далеко-далеко. Улучшений тут никаких. В принципе, ничего не менять я не буду, меня все устраивает. Вот это, да. Поехали. А, я хотел проверить, только сначала найти. У меня, оказывается, нет невидимки. Я хотел проверить мины. Видят ли мины? Этот самый. Если ты невидимый. Так подожди, здесь получается в этом комплексе еще одна дверь есть. Сколько я тут уже? Я знаю, что ты знаешь. Скажи честно, без фокусов. 17 лет. 17 лет. Ух ты. Первый срок. Стоп, что? А, ну в 50-х ты вроде как удрал, а потом добровольно просил забрать тебя назад. Нахрена я просил? Не смог устоять? Тебе же тут нравится. Твою мать! Ебать. Съебался, а потом, блядь, обратно. Сюда. Нахера ты бутылку раз... исчезла, ну ладно. О, кинжал. Автофокус. Раз, два, там выделись, ёпт, трис, все, все, оп, дай, блядь, кинжал помешал, фокус, фокус. Охренеть. Иди сюда. Обожаю эту способность. Так, у нас здесь вход есть. Вон там. И там, оп, чувак. Взорвался сразу. Что такое? Ну, лети. И ты лети отсюда вон нахер. Да стой, блядь. Что он хотел сказать там? Что там, брало? Дверь закрыта. Че она не открывается автоматически, я не пойму. Так, хорошо, ладно. То понятно, да, с той стороны, хорошо. Воу, как далеко бежать, я вспомнил, где она, елки-моталки. Вообще-то тут где-то мина. Ненормально нету. Я хочу тебе сказать. Там их два, вон второй. Что? Я даже не знаю. Бля, не попал. Шикарная штука. А, вот так нужно побежать и бля. Понял. Ой, тихо.
заметила меня. Охренеть. Ебать, ты что, смертная она? Или бессмертная, наоборот? На тебе, в очко. Пару снарядов. Кто танцует там, блядь. Ебать, дал. Тихо, не то. Полетел. А чё он замирает? Ну ладно, и так пойдет. Ничего себе цепок. Так... Так, так, так. Не так, а за гроши, да? Это был этот самый. Комарик. Ну. С кем не бывает. Фью. Не попал. Заряжайся. Ну, давай. Есть контакт. Так, теперь берем вот это. Делаем пиу. Делаем шма. Визуальный контакт потерян. Ебать, в шлеме баба была. Но ей это не помогло. Тик. Это что, я должен пройти весь этот самый? Секундочку. Не-не-не. Это ж меня тут посекут и все. Подожди. А я... Этого-то нету. Карты. Блин. Нахера еще раз нажал? Не пойму. Так дело не пойдет. Так нахер, короче, у меня так всего до хера уже хватит. Подожди. А, вот, а я вот так. О, вот так. Ну, сверху, да, наверху. Во, я ж так могу пробежаться. Вот что-то я тупанул, блин. Через всю станцию. Вы что, ебанулись, блин? Я охуею, блин. Во, вот оно. Вот и прикинь, круг какой дать надо, ёпта. Хуяк? Ага. Паренёк. Он не низок, не высок. Устроим диверсию. Дверь ещё не плис. Не понял, а ты что, его через этот самый не видишь? Ох, ебать. Ох, ебать. Слышишь, это ты с чего там так меня лобзаешь? А чё он не стреляет? О. Ну это же стрелять начал в него. Так, и что у нас здесь? На всякий случай надо закрыть. Так. Ничего интересного. Письмецо. Саво. Стоило догадаться, прикольно.
Нихера ваша тайна, тут есть это, есть это, есть что-то или нет, они ничего. Сколько много всего. Привет, Залинский. Это Лайла. Решила оставить тебе записи и свалить, чтобы во всем этом не участвовать. Теперь ты знаешь. Слушай, не заморачивайся с эвакуацией. У нас все равно не было ни единого шанса. То ледяные дожди, то навигация сбоит, да и с логистикой беда. Так что не мучайся, все равно танк на ледоколе. Какое странное чувство. Сваливай. Кажется, все сказала. Не мерзни. Прощай. Блейк. Лайла Блейк. Подожди, камертон. Ну это один. Мне на три. Блин. Джулиана Блейк? Нет! Да ладно, нет! Черт! Я ж уже не попаду, да, туда? Твою мать. Нахуй. Все, это камертон получается. Еще два. Так, а подожди, я был. А, шо был? Нигде я не был, блин. Я в одном был, только что там оружие и все. И узнал вот это, что запускали его на луну. Сука. Шо? А, пулемет, и что-то еще так гудит-то крепко вот. Блин. Блин, погалин. Сука. Ух ты. Да получается мне еще два. Один там где Джонни, мелкий этот засранец. Где-то второй есть. Бляха-муха. Слушай, я тут кое-что узнал, ты случаем не да, моя... Да, да, я твоя дочь! Ты надо мной издеваешься? Да ладно тебе, ты же и так это знал, или хоть подозревал. У меня столько разных вопросов. Тебе и правда нужны ответы? Ты их найдешь. Потом обсудим. Или нет, это ведь ничего не меняет. Я на тебя охочусь, так что гляди в оба. Так, тихо, меня тут глючило. В прошлый раз. Обойдем-ка чуть-чуть. Джулиана, дочь, ебать. Это, конечно, необычный ход. Бабах. А, это же зима, это же все по-другому здесь.
Логи не петли. У меня тут есть какая-то... Была это самая. Ой. Ты меня не увидел. Я удивлен. Вот, тут разработка. Ты чё? Это просто жесть! Жесть, как она есть. Туда. Сосал. Хопа. Ставил. Ну... Это, конечно, прик... Да ладно, она здесь находится. Ой, нахуй ты её кинул. Не понял. Ай. А то бишь бегаешь, собираешь. Ну да. А, плотный график. Что я сделал? Это чуть-чуть только взял. Да, давай быстрее, там 3 минуты. А, чтобы перезарядить, надо менять руку. Где еще? Ох, ебать, да ты гонишь за 3 минуты. Где она есть? Да в пизду. Хватит, не? Не хватит. Ого! Ну чё? Что-то. Ой, не то взял. О, чувак прибежал. Давай. Есть такое дело. Ну, используем силу. Ого, как-то не тихо. Что такое? Да,
тихо. Что? Проблемы с тактикой? Да. Не говори. Сам в шоке. Не хватает. Все пропало! Закройся. Ты! Я! Ой, бля, хуйня. Что? Серьезно? Вы, блядь. Не знаю. Я, бля, в ахуе. Ты ж ты робот охуел. Я тут пришел, блин, всего-то навсего, блин, за дверью, а не за таким геморроем. Который, в принципе, нахер не нужен был. Честное слово. Вижу, попался. Попался. Вижу, попался. Ты вижу или попался? Так, ладно. А мне что-то там снега, чего-то там было определено. Кроссовки скрипят. Надо поменять. Тут что-то там было такое снежное, что-то там. А что там может быть, а? Сейчас не надо. Сейчас не надо, потом понадобится. Не пойму, что-то тут было написано. Снежное что-то там. Ладно. Сейчас сбоку зайду. Вас набегало. Сейчас подожди, я перемещусь немножко, возьму вот это. Я не пойму, ты же должна была сдохнуть вместе с ней. Вау, какой рефлекс. Тут был сейф где-то. А, был. Был, да, всплыл. Вот она. Повышает кучность стрельбы. Ну... Можно, конечно, взять. Ладно, нахер. Не понял. Ты? Я? Мир? Пока не стреляю. Но в другой раз. Может быть. Ну и как ты сюда попал? Дверь была открыта. Я так понимаю, ты открыл? Это 50-й? За этим зашел. Не буду мешать. Ты чего? Я бы не скрывал ничего от себя. Она. Вот тут она. Джулиана? Не, братан, это наша Лайла. Из нашей прошлой жизни. Ты не помнишь? Нет. Вспомнишь еще.
или нет. Раньше думал, вернусь туда, в ту жизнь, использовать программу ЭОН. Нет, знаешь что, нахер! Я разорву петлю. Так, будет лучше для всех, Коль. Хотя бы это Джулиана поняла. Нашел ее кабинет? Да, толку от этого. Эй, постой! Увидимся. Стой! Черт! Сам себя завалил. Ты что это делаешь? Веду записи для потомков. Как обыграл меня в эрудит? И не в первый раз. Ну что, попробуй. Я обыграл тебя. Вау. Ладно. Признаюсь, потрясена. Я вообще потрясный. Откуда такие слова знаешь? Кто эрудит? Это пароль к ракетоплану? Он же секретный. Кто эрудит? Ты главный эрудит. Громче. Под запись. Преклоняюсь перед вами, главный эрудит Кольт. Контрштаг. Контрштаг. Да, Лайла права. Это был мой пароль. Контрштаг? Ебана мать. О, первый раз шип вижу, интересно. Путь раскрывают, отмечают, которые... Ой, ёптой мать. Хуета, я не знаю, кто там уже то играл, но, блядь, мне не понравился. Так. Блин, взять его или не надо? Он просто интересный сам по себе, ну, в плане... Двойной такой некрасивый, блядь. Неказистый. Так. Контрштаг, хорошо. Мне осталось открыть, получается, только одну дверь. А. Осталось открыть только одну дверь. О, еще один. Необычно. Это всякая херня, блин. Еще одна дверь. Я вообще не ожидал. Что это за место? Первый раз тут. Хуета. Так. Я ебал, я туда не пойду. Там лагает. Я через низ пойду. Так, контрштаг, да? Это что такое? Не понял. Один из резидентов утащил одну штуку, он направляется к скале Фристарт. Утром. Один из резидентов. А кто это может быть, интересно? Запись по знаменке штат. Дестабилизатор петли призывает из других новостей.
понятно. Да херня, я прошел, что попало. Дерунду получил, пать. Ага, вот. То, что я и говорил. Получается, ломать профессору машину, он будет на вечеринке у этого собакоглаза. Здесь на вечеринке я убиваю двух. Получается, если я ломаю там, взрывается этот самый чувак, который делает вечеринку с фейерверками. Это будет 3. Бля, я все равно не понял. Как так, как сделать так, чтобы вольнуть их всех? Тот подрывается на вечеринке, та на вечеринке не ходит. Тот подрывается на фейерверках. Получается, одного мы подорвали на фейерверках. Так, утром. Утром мы можем... все, я понял. Соответственно, ту машину его, профессора, мы можем сделать тогда, когда будем убивать... Которая профессор, который размножается на 10 штук сразу. Мы ее вольнем, вскроем машину, он появится там. Там мы пуф-пуф двух сразу. Там мы это вечером. Днем мы топим, затопляем. Это получается уже 5. Фейерверк это 6. И убиваем эту сразу. Это... Правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да! Не забыть бы это в следующей серии. Ладно. Радиомолчание происходит. Происходит радиомолчание. Ах ты, радиомолчанец. Осталось понты. Надо еще один, получается, мне открыть. Это он находится у этого самого. У мелкого. Так, мне тут делать не у я. Правильно? Подожди, что у нас там интересного? Не, вот это. Ничего. Херня. Вы становитесь крепче. Ой. Здесь ничего. Так. Да, лучше вместо этого, блин, надо было все-таки взять тот дробаш, да? Вот так вот, наверное, лучше. Да, это патроны сюда идут, и сюда, и сюда. Больше патронов было, а то мало патронов не хватает. Да всего, что в принципе нормально. Так, крутим-вертим, значит, получается. Да. Сейчас идем обратно в электростанцию. Делаем на электростанцию... Подаем энергию на один. Вот если мы утром просыпаемся, да, мы у туточки мы убиваем ее, делаем вот эту вот черту харакири, когда он будет запускать фейерверки. Соответственно, здесь уже один, этот будет вечером второй. Профессор и тот, это будет уже 4. И те два, это будет 6. И останется Джулиана. Правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, останется Джулиана, получается. А у меня еще компьютер там, что там светится.
Нет, сначала это. Так, идем сюда. Блин, сейчас, конечно, чуть побыстрее началось все. Так, сейчас я делаю запуск. О, время, ёлки-палки. Слишком помного получаются видосы. Так, давайте, наверное, продолжим в следующий ты раз. Ты давно знала, что ты моя дочь? Какая разница? Большая, потому что я не знал, и это извращение. Ага, то есть ты думал, у нас с тобой... Да, в смысле, нет. Ты так думал и до петли. Видно, уже все забыл. Зачем ты это делаешь? Чтобы шокировать. На нервах играю. Это же весело. Все, ладно. На этом мы, наверное, закончим. Потому что я по времени должно быть уже там добряче. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Пишите свои комментарии. Всем спасибо, всем пока.